Ötən gün ifaçı bəstəkar Emin'in Yaşıl Teatrda daha bir möhtəşəm konserti baş tutdu. Məkan, zaman, vaxt və tamaşaçı eyni olaraq qalırdı. Amma bu dəfə daha coşkulu, daha yadda qalan bir gün oldu. Привет, я Эмин, специально для Муз-ТВ. Каждым большим концертом, особенно дома в Баку, чувство волнения, чувство ответственности, потому что зрители многие приходят уже не в первый, а в третий, в второй, в четвертый раз. И хочется как-то, чтобы они ушли отсюда с ощущением того, что они не пришли еще раз зря. Поэтому каждый раз приходится и хочется чем-то их удивить новыми песнями, новыми аранжировками, вот, тем, что мы строим на сцене обычно, работой музыкантов, ну и работой с публикой. Мне кажется, что сегодня все получилось, и я ухожу с ощущением полного счастья того, что концерт шестой мой в Зеленом театре опять увенчался успехом. Вы знаете, я все, что хотел сегодня спеть, я спел. Мне всегда интересно петь новые песни, потому что то, что уже я пою много лет или много раз, естественно, от многого иногда, если так можно выразиться, устаешь. А новые песни, они всегда интересны и мне, и музыкантам, потому что мы их еще как бы не... Они нам не надоели, и мы их играем, и кажется, по-новому немножко. И в частности, сегодня была такая песня на чистоту. Фактически, это бакинская премьера. Премьера этой песни состоится на Юрмале, на Новой волне 27 числа на закрытии. Автором этой песни является Игорь Крутой, но он написал музыку, а Игорь Николаев написал стихи. Утро, сказка растает, мудрый все это знает, счастье, видимо, не для всех. Также новая песня, мой сингл с со Светланой Лободой, которая называется «Смотришь небо». Мы сегодня исполнили его с Аней Александровой, участницей проекта «Голос». Ну и было, я не знаю, вот трек-лист у меня лежит. Несколько новых песен сегодня было. Bu ilin axırı 35 yaşını tamamlayan ifaçı ola bilsin ki, bu özel günü de vətəndə qeyd etsin. В планах большой концерт в Москве, который потом мы возьмем в тур, наверное, и много будет представлено на нем новых песен, дуэтов в основном с российскими артистами, такими как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Аня Лорак, Кэти Топурия, Ирина Дубцова, Светлана Лобода, поэтому Игорь Крутой, Игорь Николаев. Вот ждем такой большой концерт с гостями на мое 35-летие. Возможно, мы его, если получится, привезем в Баку. Gecədə müğənni tamaşaçılarla səmimi söhbəti və davranışı ilə yadda qaldı. İki dəfə pərəstişkarlarının yanına inən məşhur, onlarla şəkil çəkdirməyi də unutmadı. Gələnlər arasında SSRİ xalq artisti, mərhum bəstəkar Müslüm Maqamayevin həyat yoldaşı Tamara Sinyavskaya da var idi. Emin sənətkarın repertuarından olan O More More kimi tanıdığımız Sinya Vechins mahnısını səsləndirməyə özünə borc bildi. Gələcək planlarından söz açan Emin Ağalarov Bakıda lentə alınan klipindən də danışdı. Да, мы сняли новый клип. Первый мой клип, снятый в Азербайджане.
в Баку, на берегу Каспия, в поселке Нардаран, рядом с моей дачей. Режиссером стал Александр Солоха, известный режиссер, который работал с Ани Лорак, с Григорием Лепсом, с Земфирой. И снял потрясающе красивый, романтичный клип. И в главных ролях снял очень красивую девушку, которую я вам пока не расскажу. Откуда вы можете знать? Она тоже модель. Не совсем. Yeri gəlmişkən ifaçı tərəf müqabilinin adını sir saxlamaq istəsə də klipdə studiya qrupunun üzvü Keti Tapuria rol alıb. Слышишь, как невесом крышу нашего дома пышный вновь покрывает снег. Утро, сказка растает, мудрый все это знает, счастье, видимо, не для всех. İfaçılığı ilə yanaşı Emin eyni zamanda bəstəkarlığı ilə də göz önündədir. Наша азербайджанская музыка для меня родная и близкая моему сердцу, она немножко отличается от того, что делаю я, и пока я не понимаю, как совместить. Сейчас я экспериментирую. Мы взяли, пригласили из Баку балабаниста и перкуссиониста, и мы делаем, пытаемся сделать трек, который, песня называется «Каюсь», который как бы совместит, может быть, какие-то элементы азербайджанской музыки с моей вот современной музыкой. Если это получится хорошо, то я это представлю. Вот в этом случае будет какой-то вот такой тандем. Since you went away, feels like yesterday. It was just a dream. Я одну песню подарил Эльдару, он ее, по-моему, еще не спел. Спел. Эльдар спел. I know what you want, I know when you need it. More see inside the love than one that I'm with. Won't you speak your mind and tell me how I know you feel? Нигер не спела. У нее тоже есть одна моя песня. И одна песня есть у Сабины, которую она спела, Ocean's Away. Все, кстати, по-моему, три песни я написал совместно с две из них с Робом Дэвисом, известным, который также сочинил большой хит «King Get You Out of My Head» для Кайли Минор. И как бы мы с ним много сочиняли, наверное, песен 15-20 у нас есть в запасе, и ни одну я не записал, потому что они все немножко получились не мои. Ну, я их подарил своим коллегам в Баку, которые кто-то спел, кто-то не спел. Ну, судьба этих песен с ними сложится уже самостоятельно. Qeyd edək ki, bu Emin Ağalarovun Yaşıl Teatrdakı sayca 6-cı konserti idi. Çinarə Nurməmmədova, Sərvər Mehdiyev, Ramal Gülməmmədov, Muz TV.